домик в деревне. Обычно такое название у людей ассоциируется с вкусным бабушкиным молочком, из рекламы про бабушкино молочко. Но что если я скажу вам, черти, что существует на свете такая игра, хоррор-игра, которая носит название «Домик в деревне». И вы не подумайте, что в этой хоррор-игре за вами будет охотиться корова, или молоко, или бабка с молоком. Тут дела обстоят еще хуже. Мы попадаем в бабушкин дом, который непосредственно находится в деревне. Как вы поняли, по прибытию в дом, бабки мы там не обнаруживаем, и молока тоже. Вместо этого, в доме по непонятным причинам находится голодная чернопёздая африканка, улыбку которой вы увидите даже в темноте. Я бы назвал эту игру антирекламой на молоко «Домик в деревне». Ну что же, господа геймеры, всем ухаю. Сегодня у нас с вами на блюде хоррор-игрулька из далекого любимого 2018 года. Это хоррор от многоуважаемого Андрея Радостева, называется House in the Village, ну или же Домик в деревне. Видимо, Андрюша любитель молочка. Тебе холодно, найди способ согреться. Сейчас попкой об стенку потерусь, сразу теплее станет. А это что за коробки со склада Вайлдберриса, что ли? Прыг-скок, 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 прыг-доскок, прыг-скок, 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 прыг-доскок. Я прыгаю как ошалевший, прыг-доскок. Я прыгаю как кузнечик-минечик. Прыг-скок, 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 нахуя. Прыг-прыг, 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 прыг. Прыг-прыг, 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 прыг. Ведь я жам-прыг, жам-прыг, жам-прыг-прыг. Прыг-прыг-прыг, прыг-прыг-прыг. Прыг-доскок, прыг, прыг-прыг-прыг. А схуя ли тут так пусто, как у меня в кошельке? Хоть бы какую-нибудь бы мебель завезли, а то чувствую себя в психушке. Двери все позакрывали, ошалевшие, блин. А вот и царское место. Ой, фу, чья жопа здесь наблювала? Все края унитаза в говне. Трэш, блин, хоть бы помыли бы. А эта унитазная дырка вообще меня смущает. А эта комната вообще похожа на камеру для психов. Вы посмотрите, блядь, на эти стенки, вы издеваетесь, что ли? А хуй тут все позакрывали-то? Мне что, тут шастать по этим пустым, надоедливым коридорам? Опа, здесь что, опять какие-то коробки и забаррикадированная дверь. О, какая кровать страстная, вы посмотрите. На этой кровати полюбасу кто-то ебонькался или кувыркался, а я тут ногами, блин, топаю. Фу, надо помыть свои пятки будет. Какие-то диваны проперженные, стулья да коробки, как интересно. Опа, смотрите, какие ножки. Разработчик, я из-за тебя прерву свое трехмесячное воздержание. Зачем ты так? А че это за тетка? Тьфу, шлюха какая-то. Да простит меня Андрей Радостев, но эта лестница сделана максимум по-ебанско. Катя Королева. Подождите. Это чё за мужик в женском парике? Вы хотите сказать, это баба? Не смешите меня, пожалуйста. Гемофродит ебучий какой-то. Вы на это поглядите, это чё, тот самый камин из Майнкрафта? Так, я устал, хочу лечь спать. Пойдемте спать. Загрузка уровня, вы спите, завтра утром много дел. Что это за звук? Ай, слоны какие-то в жопу ебутся, ничего удивительного, чувак. В этом доме может произойти все что угодно, потому что это домик в деревне. Блять, ебаные слоны, сделайте свою оргию чуть-чуть потише, у меня уже уши заболели от такого звукача. Где вы? Я вас найду. О, смотрите, дверь приоткрылась. Над собой посмейся, кукушка пестрожопая. Вот это кошмар. Нет, чувак, это реальность, это не кошмар. Те в дом ворвались какие-то слоны и начали устраивать здесь оргии. Потому что я еще не знаю, как описать эти звуки, они мега странные. Ладно, пойдемте до толчка, я писить хочу. Кого там опять в жопу ебут? Прекращайте уже, пожалуйста, во что вы превратили мой дом? Я пописить. Вот туалет, да? Чуваки, мне походу опять слоны в хату ворвались. Кто здесь топает? О, боже, боже, боже. Это что за нечисть там в темноте? Это чьи ноги? Эй, выходи. Ты из тьмы, кто бы ты ни был. О, бог ты мой. А что она меня не атакует-то? А, я на коробках стою, она забаговалась. Заскамили шлюху! Ты вообще из какого дымохода вылезла? Чучундра черноблядская. Ребят, ну я не могу с нее. Интересно, все негры так ярко улыбаются в темноте, или она одна такая? Эй, ты, а пупанка? Ой, не надо ко мне приближаться! Я боюсь тебя, тетенька, не надо! Фига у нее сиська торчит! Вымя свое спрячь, свиноматка, бля! Хватит уже вокруг коробок плясать! Нет! Нет! Тю-т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 ю. Она меня сожрала. Интересно, она от природы такая черная? Или просто в зале искупалась? Вот представьте себе картину. Спите вы, значит, себе спокойно, аккуратно. И вдруг резко и неожиданно из темного окна вылезает это нечто. О, привет! Ладно, хватит бояться, мужики, у нас все-таки яйца. Я сейчас возьму, найду эту дуру и засуну ее обратно в дымоход, из которого она вылезла. А это что за болваны? Ну-ка, погодите. Смотрите, это тот самый мужик в парике и, походу, его ебарек лысый. Вы хотите, чтобы я поверил, что это муж и жена? Да как бы не так. Блин, мне-то так эта кровать нравится, я бы сам бы на ней тусил бы. Ой, где эта чукча мохнатая? Где эта дура черноблядская? А это что за кнопка?
сосок какой-то квадратный непонятный. Ладно, двигаемся дальше. Нам, скорее всего, нужно опять найти какой-то ключ будет и сбежать. Ой-ой-ой, чё ты все топаешь? Из-за тебя скоро пол треснет. Дура черножопая, еще и гонится там за мной, я ж слышу. Нет, не надо мне такого подарка. Ее страшную перекошенную рожу я видеть не хочу. Она что, заблудилась там, где... Ой-ой-ой-ой. Враг за стеной! Нет! Я на кровати! Не надо со мной на кровать! Фу, блин! Не, ну вы видели, она ко мне в кровать запрыгнула. Шлюха! Гляньте, какая прелесть. Пластмассовый ключ. Как я подозреваю, он от выхода, да? Ой, бля. Это слонопотамина чернокожая уже где-то здесь. Не приходи сюда, дикарка африканская. Не смей ко мне приближаться, чушка! Чё ты топаешь, как в голову укушенная? Болванка черножопая, я на стуле, ты сюда не заберешься. Да нет! Ах ты писька вазелиновая. Все, пора тебя отсюда вышвыривать. Обнаглела вообще уже. Сейчас тебя за шкильку и в окно выебну, поняла? Давай-давай, кричи, крик тебе не поможет. Будешь так орать, когда я тебя в рот ебать буду, поняла? Так, вот ключ. Эй, ты, Манданелла. Опа-па-па, какие люди в Голливуде. А я снова на коробках. Вот, ребята, пользуйтесь тактикой. Знали ли вы, что тут такой баг есть интересный, а? Блин, она такая черная, она же с этой тьмой сливается. Эй, ты, метнись отсюда кабанчиком, пожалуйста. Ну-ка ж отсюда. Нет, нет, за жопу схватила. Блять. Ой, а куда это мы намылились? Эй, ты что, меня игноришь? Белочка чернобыльская, нет, лучше бы она меня не увидела. Отстань от меня. Ребята, откуда она вообще появилась? Я до сих пор понять не могу. Может быть, это сбежавший голодный африканец. Поэтому, ребят, ездите в Африку и подкармливайте бедных несчастных голодных африканцев. А то вот один из них так явится к вам в дом и сожрет вас. Блять, она опять меня в тупик поставила. Как я сбегу? Сквозь эти коробки. Нет! Уйди отсюда! Может, ей в рот впасать, ребят, как думаете? А чё, моя струя как раз попадет ей в рот? Шмаль черножопая! Все, ребята, на меня достала. Я сейчас возьму ведь и поотрубаю ее сиськи к чертовой матери. Опа, щель какая-то. Как слащаво мы в нее вошли. Блять, Андрей Радостив, ты чё смеешься? Как я допрыгну до этого ключа, который висит, сука, на потолке? Его какая вообще муха туда на клей приклеила, блин? Мне его как доставать? Методом издевательства? Это знаете, как вот низких людей дразнят? Схватят у них какой-нибудь предмет и подвешивают над головой. О, кнопка, мы вроде на нее нажимали. О, слышали, что-то упало? Возможно, как раз-таки тот самый ключ с потолка. А, да, господи, я вспомнил. Тут геймплей настолько же короткий, как юбка у Винкс. А вот и постер нашего Андрюши, разработчика, в очках. Ой, бля, эта кобыла ебаная где-то топает, а мне надо как-то добраться до выхода. Где она? О, господи! А чё это ты меня заигнорила? Я тебе уже не интересен? В обогреватель врезалась, чучундра черномаза. Чё, даже не попрощаешься? Нет, 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 нет. Всё-всё, я сваливаю. Так уж и быть, оставляю тебе этот пустой и скучный дом. Можешь тут жить. Ну, а мы, собственно, прошли игру. Итак, с этого мы делаем два вывода. Первое. Никогда не покупайте домик в деревне. Второе. У Андрея Радостева неграфобия последней стадии. Третье. Молока мы не попили. Всем пока.